Гроза, мать ее. By the Lord, these are tight. А я сегодня получил... Слышала, бригаде в Рихе. Такие, как ты, там служил. Нелюди. Thank you.
спрашиваю. Плачу в базарные дни сало на телегу. О, не мота. Но? Пока... Бывает. Разве ж это видно, откуда жратва? Я слежу за тобой, Макс. Что тебя привело? Будь здоров. Что тебя... Я видел объявление. Кто-нибудь может рассказать о чудовище? Я могу. Наш патруль пропал на южном берегу моречка. И мы пытаемся понять, что случилось. Почему ты думаешь, что это работа для ведьмака? К югу отсюда есть деревня кирпичников, стёжки. Сейчас оттуда почти все жители сбежали. И все твердили, что там завелось чудовище, которое людей убивает. Риданские патрули не заходят в эти края. Обычные бандиты не нападают на армию. Остается только один вариант. Монстр. Узнаешь, что стало с нашим патрулем. Империя ценит жизнь своих солдат, так что за хорошую работу будет достойная награда. Вы слишком мало денег обещаете. Столько мы сможем заплатить. Согласен. Я проверю, что случилось с патрулем. Может, в стежках и правда завелось чудовище. Хорошо. Есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили. Искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. Чем-то тут смердит. Я не о трупах. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Мне заплатили, чтобы я во всем разобрался. И кто же это тебе заплатил? Это уже мое дело. А сейчас я здесь осмотрюсь, и лучше не стой у меня на пути. Это был неравный бой, у него не было шансов. Земной поклон. Скатертью дорога. Thank you.
челюсти, способные раздавить панцирь. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Опасность никуда не делась, и только я могу вас от нее избавить. А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Отпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нильфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Ну давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нильфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Дошки наверняка можно поднять. Клочки меха. Это и Кима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили.
боги! Он вышел живым! Под землей дремала Экима, старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Ты здорово поработал. Только мы тебе платить не должны. Ты сам сказал, что тебя наняли. Вот пусть они тебе и платят. Удачи. Скатертью дорога. Земной поклон. Тут нет ничего интересного. Что тебя привело? Я по поводу пропавшего патруля. Я был в стёжках. В деревне завелся вампир. Так вот, почему они не вернулись. Да, даже отряд солдат не справится с Экимой. Мы похороним их с почестями. А ты заслужил награду. Держи. До драконьего уничтожения. Притаилась королевская виверна. Надо уничтожить, иначе они снова расплодятся.
Ну и скотина. И как же вот это называется? Королевская виверна. Они редко бывают такими крупными. Откормилась, покуда людей на тракте жрала. И как вас звать, милздарь? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Будешь что детям рассказать. Наверняка кто-нибудь за трофей заплатит. Пошла. Мастер-ведьмак, можно вас? Может, у нас для вас работа найдется? Нас тут люди пропали и... Похоже, я на них наткнулся. В пещере, к северу отсюда. На них напала виверна. Один убит, остальные скоро будут здесь. Вот сука. Зря мы разделились. Не надо было их одних отпускать. А виверна? Вы ее убили? Один? Твои друзья не захотели мне помогать и награды не предложили. Ох, а откуда мне знать, что вы говорите правду? Давай подождем их, но тогда я возьму больше. Ладно, не надо. Боги вас покарают, если вы врете. Вот вам, держите-ка. Спасибо. Прощай.
Но! Но! Служу вечному огню! Тебя тоже ненавидят, Ванкер. Одинышка какая-нибудь. Видите морду? За здоровье твоего сына, Йос. Люти, у тебя есть минутка? Для тебя всегда. Увидимся. Я смог бросить эту работу. Как дела, Дуду? Ну, как? Кое-как. Бывало в жизни и получше, но жаловаться не приходится. По крайней мере, я до сих пор не на костре. Ты не думал о том, чтобы уехать из Новиграда? Из огня да в полымя. Здесь хоть войны нет. До голода тоже еще далеко, хотя живется все тяжелее. Тебе же не обязательно изображать человека. Я столько воплощений перепробовал. И все равно в людском теле интереснее всего. Это ж вы, господа этого мира.
Ты отлично вжился в образ Менге. Даже не напоминай мне об этом. Отвратительно. Менге был не таким уж гнусным. Ты не понимаешь. Доплер принимает не только внешний вид объекта, в который воплощается. Я узнал, что у этой скотины было в голове. Через час мне уже хотелось переломать пальцы какой-нибудь чародейки. Через два я поймал себя на мысли, как бы посадить кого-нибудь на кол. А потом я начал бояться заговора доплеров. Расскажи, как вышло, что процветающий купец Бибервельд стал бедняком? Я могу рассказывать об этом долго или коротко. Лучше покороче. Война. Я думал, купцы на войнах богатеют. Мой большой недостаток – честность. Я не богател на чужой беде. Платил налоги, не обманывал. А потом один корабль с моими товарами пошел ко дну. Я кое-как свел концы с концами. Тогда пираты со Скеллиги напали на второй. Но тут и я пошел ко дну. А когда пришла инфляция, процентные ставки поднялись, а я уже нет. Береги себя. Эти болваны меня в жизни не выследят. Скидок нет, кредит не даю. Лютик, у тебя есть? Для тебя. Увидимся. Открывай! Отъявись! Че?
Да. Прощай. Веди себя прилично, приблуд. Умоешься. Жаль, слова тратить. Смазлы. Меня зовут Геральт. Пат Грубер, я принимаю ставки. Ты же драться будешь? Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион Арчибальд О'Нейл выйдет против Геральта! Начали! С кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Теперь ты можешь бороться с одним из двух чемпионов на выбор. С Капром или с капитаном Мортимером из Храмовой Стражи. Держи награду. Ну и что? Починил? Нет. Сказал, что адресом ошибся. Что здесь варенье? Хватит меня. Что, седой, приключения ищешь? Что? Я ищу кого-нибудь, кто идет на Скеллиге и возьмет меня на борт. Моя Атропос идет на Скеллиг. Зерно везу. Только тихо. У тебя деньги есть? Держи. Этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что... Готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Выясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Дай мне время при... Готовься сколько хочешь. Погрузка все равно не закончена. Ищи к своим за стенами. Ох, мастер Кройверх приветствует претендента! Геральт приветствует мастера Кройверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Можно подраться и с этим вашим Георгом. Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ристалище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Капром. А пока наш чемпион готовится, давай-ка болтаем.
Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Поцелуй меня в жопу, мастер Кройвер. Ты об этом пожалеешь. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер. Пусть победит сильнейший. Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт! Вот твоя награда! Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост у Оксенфуртских ворот. Что принести? Покажи мне свой. Будь здоров. Я шел себе, ковылял по своим делам. Будь я прав! Хватит болтать! К бою! Неважно, как тебя зовут. Неважно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Начнем, я готов. Бой! Андреа, за мной! Отряд! За мной!
Геральт из Ривии сверг капитана Мортимера! Вот твоя награда, чемпион! Ты доказал, что достоин сразиться с чемпионом Новиграда Турденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. В случае, если первый сломается, одно мое слово, и ты пойдешь на дыбу.